Сегодня у нас 24 сентября 2015 года. Это поселок Потеряевка. Вот мы продолжаем второй день здесь работать на плотине, на лагерном пруду. Вот плотина. Вот, вот окрестности наши. И вот братья тут работают. Игнать Иванович, Сергей и Никита. Вчера нам дождик помешал, так бы, может, даст Бог, докопали бы. О, режиссер пришел по нашу душу. Я тебя увидел, ты, Володя, идешь. Я ребятам говорю, солдат Швейк идет. Гашика есть такой, чехословацкого писателя. Солдат юморной, как у Владимира Войновича там. Поп звездой не был. Он говорит, не крестился, а звездился. Пятиконечную звезду изображал на себе. Коммунисты попы-то были все. А от них это отродье сегодня вот такое идет. Вот меня сейчас спрашивают и говорят, а почему на вас нападают? А как не нападать-то? Если я был мертвый, на кладбище никто не нападает. Живая рыба плывет против течения. По течению рыба не плавает. Когда она отнерестится, ее несет туда-обратно уже. Там медведь может ее поймать, мертвую. Если ты не знаешь, ну, знай. Потому что у него имя Д. Бывает фамилия на Д, дьявол. А у него помощник на букву С, сатана. Это же знамение просто. Вот на меня нападают сейчас. А что они нападают? Я им что-то должен? Не должен. А почему нападают? А он не может быть другим. Не может. Я ему 100 раз добро делал. Высылал книги. Даром. А он продолжает пакости делать. Это как змея попросила, говорит, в басне, черепаху перевести на тот берег. Вот. В рукавицах не снимает, запомните это дело. В руках не снимает. Холод. Надеть надо. Рука холодная. Вот. Замерзает. Она говорит, да ты же жалишься, я не буду жалить. Ну, черепаха простая, она что, черепаха и черепаха. Она посадила, только берега коснулись, змея ее сжать в шею-то, шея-то незащищенная была. Она говорит, у меня там дети некормленные, все погибнут, потому что я по-другому не могу. Это вот они не могут по-другому. Это дьявольское, сатанинское отродье. Под церковными ризами везде спрятались, дьявол. И они лютуют. Вот сейчас их вызвать на суд, допустим, где-то. Открыты, они не выходят открыты. Их нигде нет, они таятся. Вот меня застал сегодня где? Вот я первый пришел сегодня, молодежи еще нет. А я копаю эту землю, которую вон Никита берет. Посмотри как. Только сечкой можно прорубать ее. Види, как он работает. Что бы он делал там в этом каком-то монастыре или где? Вот он как. Видал как? И эту надо землю сейчас выбрать нам на 20 сантиметров выше зеркала воды. Эта поверхность называется зеркало. И дальше мы все даже по уровню вывести с наклоном в ту сторону. Весной, чтобы вода могла уйти, не прорвав дамбу. И там второй слив. Что мы плохого делаем? Эти СД у меня уже не один раз нападают с этими фамилиями на эти же буквы. Я им сразу расшифровываю, и они пятятся, и все. По делам Бог будет судить, по делам. Они не могут ни одного ролика показать, где бы они работали. Нету нигде. Вот только косоротится там и все. Сатана! Он не может быть другим. Я показываю, как надо делать. Вот я начальник детского лагеря. 44 года! Вы понимаете или нет, СД? Дьявол это хорошо знает. Только в 98 году было 15 краевых комиссий. 3 уголовных дела против меня воздвигли. И чем кончилось? Ну как... Чем? Я потребовал сатисфакции, то есть удовлетворения, извинения. Они не пошли, поставили фильм. Миф и действительность, реальность о Потеряевке. Ну что, я подал в суд, полный разгром. И они уперлись, решения суда не выполняют. У них это МК на Алтае, Московский комсомолец на Алтае, поганейшая, похабнейшая газетенка. Ну, просто говорить не о чем. И что они... Они зарегистрировались в Горном Алтае, в Горно-Алтайске.
А головное управление в Москве. Дескать, их взять нельзя никак. Пробовали судить, а никого нету по месту жительства. Я говорю, попробовать-то можно. У меня очень близкий прокурор края, генерал-лейтенант Пороскун. Нет, говорит, уже пробовали. Эти с ними, там у него один заместитель говорит, с ними разговаривай, только кулаки в кармане сжимаешь. Настолько подлые вот эти СД, у них ничего нету. Под разными наименованиями, названиями вылазят. Ну, говорю, я попробую. И Бог дал полную победу. Их заставили платить, а они не платят. Московский прокурор сразу ответил. Заплатить 10-дневный срок и штраф в несколько раз больше того, что присудили. В противном случае арестовывается имущество типографии совсем и продается. Все, мгновенно выплатили. Сразу же мне позвонили с ГТРК, нужно дать опровержение. Понимаете, меняется график. Но я не прошу. Я не прошу этого делать. Ну вы снимите это, попросите отвезти. Мы о вас хороший фильм поставим в лагере. Я говорю, уже не доверяю. В лагере не были, уже хорошие. Зачем мне хороший? Мне правда нужна. Вы написали, что говорили? Мальчики спят у меня с девочками. Суд показал, что даже мальчики, где кельи, девочки, не имеют права там проходить. Проходить не имеют права. Не то, что там сидеть, разговаривать. Ну и все. Ну тогда завтра, вот в такое-то время, назначили когда? А кто назначил? Не они. Им назначили. Мне позвонили, сказали, когда вы будете дома? Я говорю, я дома-то бываю, телевизора нет. Ну где-то посмотрите. Ну я пошел к соседям посмотреть. Им сломали график, все. Нас, говорит, уже никто не спрашивает. Судебный исполнитель прислал. И они все это показали, да, ман. В одной газете 47 неправд было. 47. Нарисовали черта с нагайкой. И вокруг там ним, и написано «Община Игнатия Лапкина». Их захватили, но это все соединено с текстом. Суд за судом, пересуд, наконец, полное решение. А дальше была полная, абсолютная правда выявлена. Главного, кто это все писал, Самойлов Александр, лучший журналист, нашли убитым в подвале. Прям тут же. Профессор, который руководил этим, в подъезде встретили какие-то пацанята, изрезали его и, главное, кололи задницу. Который на работе был, выгнали с работы, то есть... Никого нету. Мне прокуратура краевая говорит, а что это творится такое? Я говорю, ну не я же это делаю. Я за Бога, а Бог за меня. Эти-то СД-то, они ничего не имеют. Ну покажите детский лагерь. Детский лагерь в советское время, 44 года, перестройки 20 лет. Что они лютовали? Они каждый год приезжали, проверяли, вот кто-то сбежал из лагеря, и почему-то он у вас скрывается. Ну почему он из лагеря... Сбежал и в наш лагерь прибежал преступник-то. Что ему делать-то? Да ему сразу сообщили бы. Ничего нету. Ничего за нами нету. Тысячи детей, тысячи. Сектантские дети делали с православными в течение одного месяца. Наркоманы дети делали с трезвыми. Услышав о нашем лагере, прилетает из Лондона директор Кэстонского института Ксения Деннон. Ее... Московская Останкина сюда, говорится, доставляет. Это чего-то стоит или нет? Она снимает фильм. Фильм называется «Предчувствие». Режиссер Кузнецов Владимир Сергеевич. В стране только 3 киностудии документальных фильмов. Свердловская, Санкт-Петербургская, Москва. Это филиал Красноярский от Свердловской киностудии. И он занимает первое место на международном киноконкурсе. Берет приз «Золотой Витязь» в Югославии. Ну что-то это говорит или нет? Я участник. Как говорит, вытянул весь фильм. Почему? Бог дал мне истину познать. И никакой филарет, никто мне не запретит быть учителем, если мне Бог поставил. То не учить не может. Как это не может? У меня грамота от митрополита Виталия с печатью на бланке. У меня благословение на проповедь нашего епископа. Благословение... который сейчас митрополит Московской Патриархии, Сергий, митрополит Иванников. Я подхожу ко кресту, он благословляет Игнатий, скажите проповедь. Это чего-то стоит? Вас кто будет просить? СД, вы никому не нужны. На мне все тело в шрамах и в ранах. Вы найдите от Москвы до Дальнего Востока, кто из православных сидел за Слово Божие. Я один остался, один исповедник, это что-то стоит, а для них это разницы нет. Им пискнуть нельзя против меня. А они рога показывают и стучат копытами.
Я называю дела, по делам Бог будет судить. 44 года, тысячи детей без помощи государства. Я должен обеспечить, было бы интересно, ни одного отравления, ни одной потери, ни одного повреждения. Это чего-то стоит? Второй фильм. Златоуст из Потеряевки. Ну тут уж понятно, о ком речь идет. Это мое прозвище Златоуст. Они против меня статьи писали, везде называли Златоуст со второй строительной. Не я себя так называю, фильм. Режиссер со мной не советовался. Я не хотел сниматься. Меня уговаривали полтора года, наверное, чтобы я снялся в фильме. Этот фильм занимает первое место в России. Нас называют «Искорка возрождающейся России». Искорка. У нас главный лозунг «Россия должна встать». ОСД-то ничего нету. Они на меня нападают. А что не нападать-то? Я отвечаю на сайте, 4124 ответа даю. На все. Это политика, экономика, социология, учеба, работа, будущее, церковь, РПЦЗ, там все. По темам, 55 папок. Зайдите к истине один народ ру. Или просто зайдите сайт Игнатий Лапкин. У него ничего нету, у этих СД. Нету. Поэтому меня отобрать легко. У меня 38 томов написано мною. Томов за 9 лет. Вы еще посмотрите, где я ни одной буквы не написал под чьей-то редакцией, под контролем. У меня совесть моя и Бог, все, между нами никто не становился. И они это знают, и книги есть, и сказать ничего не могут, а просто лают и лают. Я им говорю это, что да. У меня вот приехал здесь главный идеолог коммунистов и говорит, вы как Протопопа в вакуум. Протопопа в вакуум. Один написал стихотворение. Он, как говорит, Игнатий к реформе стремится, как Никон. И многое у него от вакуума. А вас-то кто скажет? Я повторяю чужие слова. Почему Кирилл Сахаров, игумен, на Берсеневке, 200 метров от храма Христа Спасителя, зайдите к нему. Он был здесь со школьниками своими. Я каждый год приезжаю к нему, проповедую в храме. По несколько проповедей. Он не разобрался. Вот только сейчас, неделю назад, 16 сентября, вот неделю назад, я проповедовал в храме. Говорю за столом по благословению митрополита. А до этого был и при нем, служил, был епископ, он сейчас Максим Дмитриев, фамилия его, в Ельце, Елецк. Вот. Это я только то, что скажу. Вот по делам определяйте, где... Пока они лаяли на меня. А в это время еще у нас крещение, 12 человек, семья баптистов. Что тебе надо-то еще? Делаются православными. У вас-то нет ничего. И с вами бороться, а как, с кем бороться? Да я знаю, вы предназначены для другого места, на небе не прописаны. Вы найдите среди миссионеров одного кого-то, через кого пришел бы какой-то там протестант и стал бы здесь магистром богословия, как Геннадий Фаст. Геннадий Фаст, меннонит, руководитель баптистской молодежи. Геннадий Фаст, Хакасия, Абакан, храм Константина и Елены. Мне есть что показать. Я покажу десятки, может, сотни людей, которые преступники стали нормальными в тюрьме. Вот сейчас он приезжал, митрополит, и с ним диакон. Диакон, который там, его видно где. И он ко мне подходит, а я говорю, знаете... Я был как раз курсантом высшего летного училища в Барнауле, когда вы у нас вели занятия. Когда я вел занятия, все офицеры слушали, сколько их жизнь свою изменили. У меня следователь, допрашивавший меня, принял крещение с полным погружением. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Мне Бог дал это, дал великую власть. Не над человеками смертными, а над душами. Через что? Через слово свое. Через слово. А это СД ничего не дает, сатана, дьявол. А может их утешить нельзя. Можно только молиться за них. Их Бог будет истреблять и выжигать. И может со всем семейством даже их, как предателей. Ну найдите еще того, кто проехал бы, раздавая свои книги даром, от Находки, Владивостока до Лиссабона. Захватить Турцию, все страны Европы, Скандинавию, Прибалтику, и нынче еще на север ушли. И сколько людей пришло к Богу, мне пишут, отец духовный, мы сейчас каждое утро ждем ваши ролики, для нас интернет исчез. Вам никогда во веки веком, как старобрядцы говорят, никто не скажет.
Я могу только скорбеть и плакать о вас, СД. Вы можете что-то, знаю, по интернету пакости делать, запрещать, говорить, будто я ваш ролик взял или сказал неправду. То есть, знаете, на что обратить внимание, деток? Ничего, правды-то никакой в этом нету. Вы безбожники, абсолютные безбожники. Для вас Бог – это ваш начальник над вами. Вы перед ним трясетесь, шресла расслабели. За вами, говорится, в помойную машину надо. А где они познакомились? На помойной яме. Один пришел меня злословить, и другой. Один живет в Грузии, а другой живет в Португалии. И они находят друг друга. Один в Америке живет, допустим, а другой в Австралии. На злословие вы ничего не построите. Притом зло выборочно не бывает. Вы это зло будете обращать на тех, которые рядом с вами. Грех монотонен, вам страшно скучно. И вы, ну а что пользы, что смотрят вас? В это время они не могут делать зло другим, они меня жалят. Пока он размахивается, ведро помоев выливает, в это время другие люди отдыхают. Они столько лгут, что, можно сказать, Геббельс Йозеф отдыхает в это время. Ни одного слова они не докажут. Если бы они вышли и сказали, я говорю так-то, прямо в печати, не в интернете, чтобы легко было за жабры их взять-то. Я сегодня подаю в суд с их благословения-то. От вас трухи не останется. У меня столько судов позади, всех до одного вдребезги Бог разнес. Ни одного проигранного суда в жизни не было. Когда вернулся из заключения, 11 лет шел суд, и я его выиграл. И мне заплатили в центре города, в центре, центральной части, 13 соток и 2 дома в частное пользование, где мы молимся. Это чего-то стоит? А они ничего не могут показать. А что он покажет? Вот я называю Златоуст из Потеряевки. Кто вас назовет? Я все вспоминаю, этот против меня выступил, они их собрали всех, кто против, в печати, а потом и в суд попал. Бобров Геннадий Александрович, первый секретарь железнодорожного райкома партии города Барнаула. И вот он выходит, и ваша честь, этот человек, разрушитель против нашей власти советской шел, он коммунист. А судья-то не об этом речь идет-то. Вот. Ваша честь. И вдруг как будто у него что-то случилось, перед ним преграда, окошко открылось, а все сидят, слушают. Знаете, что это за человек? Был конгресс интеллигенции, там даже лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов был. И вот выходят очкастые, там академики, профессора, там губернатор. И вдруг этот, задрипанным в своем пиджачке, в валенках с галошами, я только подумал, а зачем он здесь? Ваша честь, ну вот он заговорил, и я прошептал, Златоуст, вам никогда во веки веков всем вместе взятым не будет дифирамбы такие петь, враг, лютый враг. Он вышел, только к власти придем, вот ваши потеряйки, как размахнусь, как дам, я говорю, этого нельзя делать. У дверей судьи он размахивается, это бешеные псы, и он вдруг обмяк, и теперь враг, нет, не враг. Я узнал, чем он болеет. Подсказал выход из этого положения. Бог сделал так. Они подцепили самого старейшего поэта, писателя Марка Иосифовича Юдалевича против меня. А когда мы сидели рядом, я одно стихотворение ему прочитал, а у меня 3467 девятикуплеточных стихов за 9 лет написано. Он отшатнулся. Да у меня ни одного такого нет. Всю жизнь пишет, 90 лет. Я когда рассказал, его в суд вызвали, ну, дать определение, что можно или нет вот так выступать в печати героя. Показывают под фамилией, где живет, но нереального героя. Он говорит, нет, так не делается. Я ему рассказал, говорит, ой-ой-ой, старый дурак, куда я залез-то, с кем я, говорит, пошел. Я его на дому после этого посещаю. Для меня он прекрасный человек. Да, вы со всеми евреями знаете, с мусульманами. Для меня нет евреев-мусульман. Есть живая душа, я ему о Боге говорю. И вот они сейчас нападают. А где они познакомились? Ну а куда стервятники слетаются? На труп. И сегодня они... Никита, обернись сюда. Никого не называй, ничего. Тебя защищают? Хотят, чтобы ты отсюда уехал? Хотят. Хотят, очень даже хотят. И уже другие подключились? Да. Да. Вот у нас такое в общине тоже было. Ну, такая сестра, которая очень авантюрная. Полезная, много мне помогала, она помогала в книжном издательстве, все. И вот они на нее напали,
И все. А ушла к яговистам. К яговистам. Теперь я с ней тружусь, работаю, она возвращается. Они снова ее грызут и грызут, и она уходит. Ой, они торжествуют. На труп слетаются, на труп. Есть Амалик такой был. И когда Израиль шел, то, ну не все же это, 3-5 миллионов евреев было. Бывает, женщина с ребенком отстанет, за кустик присядет. Они из лука били отставших, уставших. И сказано, они во веки веков не войдут в сообщество Израиля. Никогда. Это вот Амалик, добивающий тех, которые устали. Это амаликитяне, проклятые Богом, которые не мимо раненого проходят, а добивают раненого. Самое безжалостное. У тебя изменения какие-то есть? Свидетельствуем об этом? Да. Ты где-то 26 лет жил, над тобой кто-то работал? Нет. Нет. Ты скажи, сейчас уже рубаху себе зашиваешь, помидоры вчера, гляжу, солишь. Здесь долбишь, ты знаешь, для чего это делается? Но... Купаются дети. Ты купался здесь? Купался. Плавал. Крещение вот твое здесь было? Было. Это твоя родина. Это здесь ты прежний Никита умер. Ты воскрес для новой жизни. Ты делаешь дамбу для чего? Когда она сядет, там мы уже и обдумаю, как сделать. Нынче воду только отвезти здесь надо. И мы ее поднимем. Будет рыба. Мы три пруда восстанавливаем. Дорогу. Дорога это обойдется мне, ну я так приблизительно прикидываю, примерно в 350 тысяч рублей. При пенсии в 6 тысяч. А кто это делает? Это помогают люди, которые пришли через мою проповедь, через свидетельство о Христе. И они всей жизнью обязаны. И они помогают со всех сторон. Все понимают, что у меня под каждой зарплатой миллион, говорит, зашитый. Как у Виктория Гуглова отверженный говорится. Но ни одна копейка ко мне не пристала. Они этого не знают. Они видели что-то другое. Работай, брат. А вздумаешь, когда поехать к ним? В любой день. Только скажи заранее, хотя бы за день. Тебя никто держать не будет. Поскорбить только и все. Вот мы сейчас работаем. Теперь дорога. Сколько мне это заботы дает. Непогода. Не можем доски получить. А у них ничего нету. Они нахлебники. Один переходит из сектантов. Другой там из мусульман. И тоже считают у себя церковь. А если там была церковь, зачем ты пришел сюда? Православие по всем параметрам проигрывает. Оно единственное, чем выигрывает, тем, что есть каноны, труды святых отцов и священство по рукоположению. Я в своей жизни ни разу не спорил с католиками, с григориано-армянами, зная их. Подойду и благословлюсь. У меня другой взгляд на все это, что они говорят. У меня нет никакого духовного образования, но у меня есть любовь, которой у вас нету. Я за вами не гоняюсь, ни за одним человеком не гонялся. Никогда. Но меня Бог поставил на вершине. Для всего мира видно. 4 фильма сняли обо мне. Зачем это нужно? Зачем? И при том, как Бог делает. Однажды я иду, встречается мне офицер военный, не милиционер, около военкомата. Говорит, вызвали военкомат. Как я рад. А фамилия как его? Акимов. Я, говорит, был майор и там проступок такой сделал, говорит. Ну, вызывает, и вы встретились, мы с вами поговорили. Я, говорит, загадал, если этот человек полезен мне, Господи, избавь меня от беды. Прихожу, мне подполковника дали. Второй раз, говорит, вас увидел, поздоровался. Прихожу, мне, говорит, полковника дали. Я говорю, сейчас тебе генерала дадут. Это Бог делает. Объявили конкурс о знаменитом там каком-то человеке, где-то один взялся писать по всей стране. Взялся писать обо мне, я знать не знал, он в конце сказал только. Получает первую премию. Это чего-то стоит? Ну не я это делаю, поймите. Вы себя пока... Ну я не буду сейчас о себе говорить, буду говорить о Никите, но у него еще нет этой биографии. Я исповедник. Это от меня никто не отнимет. Я реабилитированный. Меня 26 лет мучила психиатрия, выгоняя из университетов. Я поступал в университеты, в высшее учебное заведение, где 14 человек на одно место. И меня через 6 дней уже выкинули оттуда. И ничего, ни одного гонителя нету, все умерли. Умерли. А я живу. Живу, и лопата в моей руке, вот она, почистить надо. А может быть... Если я сделаю с другим, они будут кусать другого. А как я отступлюсь? Мне Бог открылся.
мое обращение было как у Савла. Как у Савла. Готовился одним, стал другим. Готовился гнать, буду гонимый. Это Бог так сделал. Вот смотрите, как это издалека. Покажи, отступи туда, туда, назад, чтобы видно было это пролом, проем. Что мы делаем? Осторожно. Вот не наступи там на уровень. Вот видишь, где мы находимся? Копаем. Я маленько отвлекся, но я пришел сегодня на работу пораньше, так что имею право. О. Я этим людям могу только пожелать одно. Проверьте себя на молитве, записаны вы на небесах или нет. Судя по всему, ваших имен там нету. Вы творите великое зло. Людей тянете в ад. В ад. Вы слуги дьявола, все, которые воюют против меня. Они ничего не могут предоставить. Конкретно, вот я сказал не так. Ну и покажи, выступи. Выйди. По скайпу поговорим давай. Ни одного нету. Ни одного. Боитесь епископов, боитесь правителей. Если бы я это был такой, как вы, у меня бы ничего не было. Вы бы на меня не нападали. Вам нужно, чтобы человек был позади вас. А если он рядом с вами или даже вперед шаг шагнул, вы его будете клепать со всех сторон. Вы не можете быть другими. Хотели бы, но не получится. Потому что вы не биты и не давлены. А меня всю жизнь Бог перетирает, давит, нашинковывает на мелко. От меня от прежнего ничего не осталось. И отец Геннадий Фас один только сказал так. И говорит, Игнатий неуязвим. Неуязвим в этом вопросе. Сергей. А почему? Безукоризненность. Не копаем, вас бы, говорит, живьем сожрали уже давно. Безукоризненность. За мной нет ничего. Ни по одной статье, ни по десятисловию. Ни по измене, ни по убийству. Ни по чем нету. А внутренно, где я виновен, я хожу на исповедь, причащаюсь. Бог милует меня. Я могу конкретно показать. Больше меня, я думаю, в России никто не проповедовал. Они бьются, не имеешь права быть учителем, а он имеет право быть учителем для злословия. Я на это ставлю выражение Исидора Пелосиота, святой такой был. Он говорит, предвзятость не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. А мудрость свыше скромна, мирна, послушлива, полна добрых плодов, нелицемерна. Все перечисляет какая. У нее нет предвзятости. Кто бы он ни был, я постараюсь узнать, какая польза. Вот был бульдозерист, работал. Да он не так сделал. Я признал, работа его на отлично. На такой работе. Я ему даже премиальный выдал. Приехал его начальник. И начальник вместе помолился, и поехал уже другой. Я им всем книги подарил. И он еще из машины машет и благословляет. Все заснято. Мы в библиотеках были такие, как Харьков, Киев. Библиотекари выходят, с нами молятся. Мы едем, а они благословляют нас крестным знамением. Это что-то стоит. Мы стоим, на крыльцо вышло, назову даже, Фомино. Это около Владивостока. Красивая, интересная женщина. Она не может радость скрывать, может сфотографироваться. А потом уже ухожу, можно я вас поцелую? Для меня, не знавшего женщин, такого вот как есть. Понимаете, что это означает? Я могу только руки развести. Что и меня, как дед Щукарь говорит, за производителя признают. Ой-ой-ой, за мужчину, проще сказать. Ничего там плохого в этом нет. Вот шарщины были. Женщина в библиотекарь мигом побежала, переоделась, длинное платье, весь макияж свой убрала. А можно я рядом стану? А можно я вас рукой обниму? А общий снимок делаем-то? Ну кто к вам подойдет, потому что от вас исходят флюиды зла. Вокруг вас темно-фиолетовый круг, как говорят кришнаиты. Вы неистребимы. Неистребимы. Почему? Потому что вы должны остаться, людям показать, что с вами Бог будет делать. Вот вас бы кто-то сегодня убрал, а на ком тогда показать злодейство? А теперь мы видим, вот чем закончил для коммунистов. Так и для вас. Это вы выкормыши оттуда идете, звездонии. А которые пришли из сектантов, там, из пятидесятников, они вылупаются из кожи, показать, что они патриоты, а вот Игнатия они долбят. Да всем понятно, что вы подлые. Вы дня еще не жили по-христиански. И вы нападаете, а мне некогда этим заниматься, некогда. У меня каждый день несколько роликов, несколько, 3500 роликов. Да меня можно слепому человеку найти что-то изъян какой-то. Изъян. А вот я не говорю не так,
да вот я так психованный, да вот я раздражительный, да гневливый. Все правильно, я такой, как есть. И этим я интересен. Я этим интересен людям, я живой человек. А гнев-то заложил в человека Бог, Златоуст говорит. Если ты безразличен, ты тряпка. Я знаю, где гневаться. Ты сын дьявола, враг всякой правды. И доколе ты будешь совращать с прямых путей Господних, ты Д и ты С, дьявол и сатана. Я к ним обращаюсь. Это дети дьявола, которые нападают. Будь то епископ, священник, разницы нет, это сосуды сатаны. Д и С со всех сторон будут лезть. Вы в моей овчарне залезли, в моем винограднике, в моем цветнике гадите. Людям глаза своим калом замазываете. Я этого не делаю нигде. Я не знаю, кто ваши друзья. А вы эти с кем я разговаривал, теперь ищите их, и им клепаете. Не езди, не езди, уезжай. По-вашему не будет. Кто избран, он останется. Никита, если будет здесь, он будет еще больше гнет терпеть. Вот он сейчас работает, вот он, с утра. Он каждый день работает, кроме воскресенья. Если он это все выдержит, вот ему все монастыри. На следующий год у него уже меньше замечаний будет. Он работал, делал, все ломается в руках, ему ничего не знает. И вот над таким материалом, который вы изгадили, он у вас был в церкви. А это теперь выброшен на помойку. Я начинаю им заниматься, а вы сзади меня поливаете. Вам это не надо делать, не надо. Вы будете болеть. Прикасающийся к вам касается зеницы ока моего, говорит Господь. Я Богом избранный от пеленок матери. Я Бога избранный. А как вы знаете, мне было 4 года, 5, я уже прятался помолиться. Я искал общение с Богом. Несу, отец-пастух, несу еду ему, 5-летний-то, и встану отдельно молюсь. Было у вас это или нет? Я слушал, что земля гудит, как у растения вещества идут. Мне Бог открыл еще в детстве это, где я должен быть. Я должен быть там, где трудно, где больно, где отвержение. Дело, которое не терпит сопротивления, не устоит, англичане говорят. Если нет преследования, дело твое не угодно Богу, говорят святые. На мне исполнилось. Меня гонят, меня давят, поносят. И отсюда я узнаю, я Божий, я Божий. А вы что, клеветники-то? Я могу посоветовать не делать этого, но вы не сможете не делать. Потому что змея все равно ужалит ее в шею. Я не могу вас сделать другими. Я только прошу во имя Иисуса Христа, прекратите злословие, не совращайте людей. Вы в этом отношении совершенно бесплодные. Вы не миссионеры, никто. Какие бы звания ни были, ризы надевали, это ничего нету. Вы глаза под лоб закатите, я гляжу, говорит, никого нету, ничего нету. Работать надо. Я могу показать, где я рублю дрова, где таскаю мешок. А у меня позвоночник не позволяет. Где копаю землю? Вот он, пруд перед вами. Смотрите, какая красота. Вот оттуда покажи, Володя, пойди, где крещение шло. Должно быть на 20 сантиметров выше зеркала воды, не больше, чтобы весной вода здесь схлынула, не прорвала дамбу. Нам глупостями заниматься некогда.